пела, пробег сердца и километры стартует. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы торжественно отправиться в путь. Они герои в первую очередь. А для меня очень большая честь знать этих ребят. И я хочу им пожелать, чтобы все просто получилось. Чтобы, несмотря на то, что их будет встречать на дороге, возможно, что-то все-таки будет. Может, где-то им придется сталкиваться с трудностями. Пожелать им просто не унывать, двигаться. Потому что цель очень классная. Цель, ну, яркая. И я просто верю, что наш Красноярский край, благодаря таким проектам, он станет краем без сирот. Это маленькая жизнь. Сердце километра. И ребятишек ждет на самом деле масса всего интересного. В местах, где мы будем появляться с визитом, запланирована просто разнообразнейшая программа. Это и различные экскурсии, это и знакомство, собственно, с местностью, знакомство с ребятами из детских домов в территориях проживания. Дорогие наши участники, мы очень рады самыми первыми приветствовать и встречать вас на Емельяновской земле. Я вот всегда мечтала, чтобы мы по всему Красноярскому краю проехали, рассказали. И действительно, вот наконец-то настал такой момент, когда благодаря главному организатору канала «Енисей» это случилось. Желаю вам всем, чтобы вы в этом велопробеге больше узнали о Красноярском крае, встретились с хорошими людьми. В общем, что этот велопробег принес много удовольствия, счастья. Ну, еще раз желаю тебе. Сегодня классный концерт. Все послушаем вместе, повеселимся. С праздником, дорогие друзья! Генеральный партнер проекта – компания «Красцветмет». Партнер проекта – Красноярский алюминиевый завод компании «Русал». Страховой партнер проекта – компания «Росгосстрах».